Да, всем ребята, привет. Камбэк шахматный. Кунь Да. F3. Я предлагаю оборвать партию. Нового соперника? Да. Неплохое продолжение. Да я испорчу. Давай. Пойди E4. А наш ход? Да. Я забыл, что белые начинают. E5. E6, да? E6. Согласен. Слово E6 у нас надо сдаться. Поехали. Не, давай D4, D4. Хорошо, да. Сейчас ставишь ход D4. И D5, да? Да, D4. Не дал D5. А, C4. Что ты делаешь? Стоп. Это какая-то славянка, пацаны. Вот есть такая позиция в славянке, там белый играет ЕТ, а тут пешка Е просто исчезла. Ну и вполне развивающий ход ферзь b3. Да, да, ферзь b3 собирался. Полный бараз. Че у нас всего без одной? Ну пешка, 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 конечно. Ну и чё? Конь d7. Не хочу без пешки играть. Да? Лучше с разбитой структурой. Ну ты камбэк, ты должен здесь страдать. Я буду страдать, у меня будет плохая структура. Это не страдать, это... Испытывать дискомфорт, да, хорошо. Небольшой. Слон b5. Зачем я тебя послушался? Так это же камбэк. Надо было ладья g1 играть. Зачем? Слона подержать. Вот, давай скинем. Нет, что ты делаешь? Давай здесь возьмем. Могли бы взять здесь. И какой? После конь d7, что? Чем мы придумали? Сюда или сюда? На h4. Сюда. А что мы хотим? Мы хотим поставить слонов на почти по пятой. А это что-то нам даст? Ну это будет прикольно. Давай на c6. Я не снимаю твою руку контролировать. Только так, извини. Ну слон d2. Он d2, он идет, давай конь c3 лучше. Ты не хочешь, чтобы он уходил? Я хочу какой-нибудь мат дать. Думаешь, получится? Нет, конечно. Да нет, ферзь c7 самое простое. Еще наш h2 висит. Серьезный ход. Надо брать. Слон h6 надо. Слон c3, bc, ферзь c3, король e2, ферзь a1. Надежно. Но он не пошел на это, он меняет ферзей. Заманчиво. Представляете? Сенсация века. Я не поменял ферзей. Да. Ладья g7 не проходит? Нет. Почему? Мало сил. Надо вот эту ладью подтянуть как-то. Короля бы на h1 переставить за один ход. Так, а 3-0 мы не можем сделать? Под мат? Да. Мы лучше по-другому под мат сыграем. Не, ну конечно он быстрее тут. Слон g5 неточность. Ну ладно, король на e3 пойдет. Можно же игнорировать было. Забрал бы слона. Ну пошли бы ладья h4. Не, погоди, если сейчас ладья h1, мы можем короля уже назад вернуть, мы ладью пропустим. Отлично. Напал на пешку. Это ужасно. Такая пешка и восстанет. Все изменит. Какой бы мат уже соорудить? Какой-нибудь типовой. Давай с этого начнем, наверное. Ну он сейчас отойдет на d6. Пусть отходит. Или на h1. Тогда будем гоняться за ним. А, не будем. Ну что, понял, где не погоняешься. Ну и так у него ферзь очень отрезан, да? Давай подумаем, как нашего ферзя включить. Так, наверное, да? Через d7? Да. Ну, сейчас играет ладья b7. Туда через h6. Нет, ферзь зашел в пустоту, а здесь никого нет, то это уже очень опасно. Ферзь d7. Не знаю, может, ладья g7 следующий ход пуст. Матом попахивает, нет? Да непонятно, какая-то странная позиция вообще. Давай добавим минуту. Давай.
Ну и 6 можно отъесть. А где тут? А. Слона взять? Придется. Чем только? Не знаю, может неправильно. Как-то нужно... Слон, если скроется с c3, то партия закончится. Так будет в этой партии, конечно. Почему он... А, я думаю, почему он все не идет на f4? Что-то он задумался. А почему он идет на f4, действительно? А? Почему он не идет на f4? Не знаю. Я тоже. Он зевнул это явно. И я тоже. Он... Вот он сейчас эту идею пытается осуществить. И прям еще когда хочет зацепить там. Мы можем когда убрать просто, да? Ну да. Пешечку отъел. Ну, короля не надо было убирать, конечно. Так, ну, взяли. Сейчас тут будет камбэк в чистом виде просто. Слушай, ну... Что это за позиция вообще? Чего ни одного шаха нет, по-моему, да? Ни одного. Удивительно. Так. Конь e4 хочет завести, там, наверное, будут шахи? Нет, по-моему. Ну, можно взять на g7. Конь e4, король e1. По-моему, нет шахов. Ни одного. Удивительно, на пустой доске. Что это вообще происходит? Ну, больше, я думаю, не нужно минуту. Или добавить минуту. Я думаю, что тут без разницы уже. Добавлять хоть нет. Кажется, что белые замотовали. Ладно. Хорошо. Король один. Добавь, это закончится некрасиво. Ну, скорее, красиво, некрасиво, тут мат уже. Нужно до логического завершения. Ну, остаться все равно. Никакого завершения не будет. Блин, ну удивительно то, что шахов нет. Как так вообще? А я тебе говорил, что слон c3, как только заиграет, партия закончится. Пророк, блин. Ну, он сам его вскрыл. Я-то не пытался даже. Давай информацию посмотрим. Ее нет. 2700 был рейтинг какой-то момент. Слабо верится. Так. Понятно. Ну, будет рубить флаг, представляешь? Да, тут без шахов, конечно, ты порубишь флаг. Мат в один ход, миллиардом способов. Ну да. Ферзь h7. Ой, слон ладья h7. Например. Выбирай любой уже. Всем спасибо за внимание. Забавная партия. Угу. Все, нахер.